Резня будет, чувствую, резня будет прямо жесткая. Что будет творить Наталья с этим Бальмондом? Это нереальный, просто нереальная будет заруба. А Пакита еще у них, ё-моё, ну у них нет танка у нижней команды, заметили? У верхней команды есть Тигрил, хотя бы есть Тигрил. Так, ну что, стартуем? Я Чонга там разбирал. Да, Чонга ты разбирал в прошлой катке. О, так, пожелаю всем удачи, ребята. Ребят, всем удачи. А тем, кто будет смотреть, приятного просмотра тебе. Посмотрим по расположению. Котик у нас на Вэле на миду против Аврорки. Сразу же здесь приходит Наталья на помощь. Сейчас, наверное, будет, скорее всего, первый килл сразу же. Посмотрим снизу. Лесли с Пакита против МК. Наверху стоит Беатрис с Тигрилом. Подходит сюда Наталья. Сразу же наносит урон. Просто получает плюшечку в лицо, отходит. Бальмонт, как всегда, у нас просто фармится в лесу. У синей команды Нези в лесу находится на Чу. София Равайван, это что? Это сразу же в бан, ребята. Дим, в чате сразу же в бан. Или просто удалить сообщение. Это что за точка Red? Так, здесь ребята из синей команды просто подходят и в наглую стоят прямо под тавером. Показывают, что они доминируют, что они тут, что батьки они здесь. Пока что Вейл стоит с Авророй максимально зеркально. Нет, пошел урон. Пришел Чу. Оп. Стан. Ой, хорошая ульта от Чу. Заберут ли они его? Да, забирают. Но первая кровь была на Бальмонде наверху. А потом уже забрали ребята из синей. Я тут, с общем. Хорошо, Дим. Тут у нас просто разрыв. Тигрил улетает в таверну. Крыса сраная. Ха-ха, Вейл. Хороший просто комментарий. Итого у нас 2-1. 2 килла у красной тимы, а 1 у синей. Так, заберет ли здесь Наталья? Почти забирает, но тут встречает ее Вейл и... Ой-ой-ой, что творится? Нези просто уничтожает Вейла. Пакита уходит, понимая, что тут ему ничего не сделать. Вейл начинает немножечко подгорать от нашей Натальи. Там, кстати, Беатрис не такая сильная. Игра будет интересной, да, игра будет интересной на самом деле, прямо максимально. У них Влад, то есть Бальмонт, на который идет лес, это прямо максимальная жутейшая дичь, которая могла быть. Он просто играет максимально хорошо. И игра была интересной. Да, ваша игра была интересной. Так, Наталья бегает по вражескому лесу. Тигрил с Беатрис стоят фармятся, не дают фармить Лесли полностью. Хорошо. Ой, какой ульт! Просто, что это было только что? Ну, забирают Лесли они. Но тут приходит ганг снизу, поймут ли они? Нет, они не понимают. Тут минус 2 от красной команды. Стоило оно того решать, ребята, вам. Бальмонт врывается в Аврору. Аврора не пальцем деланная, начинает просто замораживать его. Но нет, приходит Ната и убивает, делают серию. Нези убивает Влада и гонится за Натальей, но гнаться не стоит. Лучше уходить, Нези, понимаешь? Просто не угнаться за Натальей, она же инвизная. Ната умница, Ната просто молодец. Ната молодец. Тут уже интереснее игра, да, на самом деле здесь уже интереснее игра. Нези понимает, что здесь где-то Наталья и уходит, забирав синий баф себе. Так. Наверху у нас будет сейчас, по-моему, какой-то файт. Приходит Вейл. Тигрил это видит. Беатрис уходит, сразу же отступают. Потому что, ну, в меньшинстве биться это такое себе. Беатрис уходит на вспышке. Беатрис, тебе лучше уходить домой, уходи домой. Тебя же сейчас заберут. Господи, Беатрис забирают.
Тигрил туда же идет, просто вчетверых. Зачем ему это? Уходи, Тигрил, уходи. Ты же тут в меньшинстве, тебя заберут. В это время синяя команда решила забрать башню на низу. Неплохой ход на самом деле. Но даст ли это им преимущество, такое как красной команде? Так, тут идет встреча. По-моему, котик отъезжает. Нет, котик... Ой-ой-ой-ой-ой, по-моему, сейчас отъезжает, да, у нас и Наталья, и Аврора отъехали. Нези опять делает серию. Так, здесь они отходят. Они в меньшинстве. Что за игра? Это просто дикая игра. Галактикус стоит. Сейвит. Понимает, что успевают забрать Бальмон черепаху. Черепаха отправляется к красной команде. Перефарм в 1000 голды. Почти что в 1000 голды. Наверху осталась одна Беатрис. Сейчас придет Наташа и будет забирать ее под тавером. Я прям это предвижу. Чувствую, что будет именно так. Но будет ли это именно так, как я говорю? По-моему, нет. Тигрил подходит обратно, понимает, что здесь Наташа. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что-то попробует сейчас сделать, но нет, Беатрис! Беатрис отъезжает от Натальи! Но Тигрил ничего не сделает ей. Наташа уходит победителем. Так, я просмотрел, как забрали Вейла, похоже, но Вейл... Пишет, что стоило ли оно того на самом деле. Не знаю, не видел, не могу ничего сказать. Синяя команда начинает собираться наверху. Они не дают максимально фармить просто Лесли. Да, Лесли здесь отъезжает. Что у нас происходит на низу? Психо фармит. Сейчас подойдут его гангать. Опа, он уходит. Он максимально красиво уходит из ситуации из этой. Так, где-то там был размен. Вейл снова отъехал. Я опять это пропустил, ребята. Но ничего страшного. Увидим еще какие-нибудь замесы сейчас. По-моему, Нези здесь отъезжает. Отъезжает также Беатрис. Нет, Нези отпинывает Влада. И уходит на лоу хп. И на их фоне такой рукожоп. Пишет Лефинга, что на их фоне он такой рукожоп. Но на самом деле это не так. Так, фашист бегает здесь по их лесу, не подпуская сюда никого. Вилорд стоит в кустах. Тигрил понимает, что тут он в меньшинстве. По карте смотрит, что рядом никого нету. Его задача сейчас просто максимально отступить, либо забрать черепаху у Бальмонда. Сможет ли он забрать черепаху? Нет, Бальмонд забирает черепаху себе. Нези попадает в ловушку. Отпинывает также Бальмонда. Ой, Аврора забирает Наташу. Что? Вейл поднял Тигрила. Тигрил отъезжает в таверну от Бальмонда. Бальмонд у них делает всю игру. Беатрис против Лесли на линии стоит совершенно одна. Оба стоят фармятся. Давай, Беатрис, прыгни в нее, уничтожь. На низу у нас пошел файт. Психо, Галактус. Нет. Подходит Додик. Сейчас будет... По-моему, сейчас будет врыв. Психо Нет, Психо отъезжает. Да, здесь все. Так, здесь Нези пинает просто под тавер. Что будет? Нет, не забирает. Не забирают. Не могут забрать синяя команда себе ни одного килла. Рассихлить Валира. Не знаю. Ой-ой-ой-ой-ой. Наташа забирает чухана. Ульта от Бальмонда не забирает никого. Что происходит? Просто... Друзья, ну вы видели все сами. Красная команда показывает свое доминирование. Подходит Додик вместо котик. Не знаю.
додик или котик, не знаю. Может быть, на самом деле. Я сказал додик, а не котик. Просто у него ник додика. Пускай будет додик. Пускай будет додик на Вэле. Это будет эпик мега фейл просто. Мне послышалось зозик. Кому как послышалось на самом деле. Синей команде стоит верить в чудо, потому что, ну, только чудо их сможет поднять из такой низины, я не знаю. Перефарм в 3000 у красной команды. Почти что в 3000, даже чуть-чуть больше. Смотрим, как Влад забирает уже лорда. Ой-ой-ой, тут Вейл отдается просто красно-синей команде. Тот самый додик. Я глубочайше извиняюсь, но это не додик. Кринжанул, брат. Так, Нези врывается. Хороший врыв от Нези. Но Бальмонт все портит. Бальмонт всю малину портит Нези. Что делает Вилорд, не понимаю. Вилорд отъезжает в таверну. Лесли не было еще ни в одном файте, но... Но, походу, уже все. Подходит лорд по нижней линии. Похоже, это все для синей команды, но не будем ставить на них крест, потому что, может быть, все поменяется. Мы же люди, мы же все люди. Люди, бывает, ошибаются. Может быть, кто-то ошибется из красной команды, они заберут пару раз и выиграют. Мы будем надеяться на это. Сейчас у синей команды задача only dev. Просто dev. Ничего больше. Только dev. Не выходить, не файтиться, потому что каждый файт они проигрывают. Почти что. Не нужно им выходить, им нужно стоять под тавером и просто дефать. Фармиться. Опять синие проиграли? На самом деле еще не проиграли. Еще рано ставить на них крест, ребята. Mobile Legends, ты не все пропустил, это только вторая игра 5 на 5. Зачем они выходят? Зачем вы выходите, ребята, из синей команды? Что вы делаете? Нет! Вы абсолютно забыли про Лесли на верхней линии. Одна Аврора, видимо, помнит и возвращается. Минус 3 от красной команды. В то время синяя команда забирает только Наталью. Зозик играть будем еще? Не знаю, соберется ли еще народ. Но если соберется, то будем. Ой-ой-ой-ой. Пытается синяя команда противостоять. Так, Лесли минус. Ребятки, дефайтесь. Ребята из синей команды, просто деф. Вам поможет деф. Вам поможет перефарм. Доведите игру до лейта, и вы выиграете. Я как будто чел на спидах. Пизжу. Моя очередь тоже пришла. Дим, твоя очередь пришла играть или как? Да, повезет вам бог. Как это понимать? Зозик, Димас, я с тобой. Ой-ой-ой, пошел размен. Так, сделаю немножечко побольше, чтобы видеть намного больше. Наталья убивает. Отходит у нас Вилорд. Нези стоит, бьет баф. Нужно отступать, ребята. Нужно отступать. Вам нужно отступать. Идет Лорд по миду. И сейчас это будет, наверное, конец для синей команды.
Просто помолчим и посмотрим на это поражение. Вот так вот, друзья. Вот так вот. Подписчики из красной команды просто разнесли в щепки подписчиков из синей.